Я приветствую дорогих зрителей в начале дня. Вести утро Карачаево-Черкесия с вами. Сейчас мы узнаем, будет ли ветер перемен. В Карачаево-Черкесии переменная облачность. В горах местами осадки. Дождь и мокрый снег. Ветер западный 6-11 метров в секунду. В горах порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7. В горах минус 4, плюс 1, днем плюс 13, плюс 18 и местами плюс 3, плюс 8 градусов. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Черкесске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 16, плюс 18 градусов. В этом году народному художнику Карачаево-Черкесии, скульптору Магомеду Хабичеву исполняется 70 лет. В картинной галерее Черкесска открылась выставка его работ. На экспозиции побывал Али Баташев. Живопись, графика и скульптура. Работы художника и скульптора Магомеда Хабичева воплощены в бронзе, мраморе, граните, гипсе, дереве. Они пользуются заслуженной популярностью далеко за пределами республики. Мадину Хаджиеву восхищает в мастере умение передать каждую деталь и сделать это тонко и убедительно. Мы сразу окунаемся в нардские. Посмотрите на эту лошадь. Лошадь действительно очень четко передана. Именно хтоническая сущность этого коня. Это гемуда или колан. Это нардские лошади. Творчество Магомеда Хабичева считается новым этапом в развитии национальной культуры и искусства, отметила доктор филологических наук Фатима Эркенова. Заметными вехами творческого пути мастера стали такие произведения монументально-станковой культуры, как скульптурные композиции «Скорбь», «Село Красный Курган», «Аллея героев Великой Отечественной войны», «Село Кучкетен», ряд композиций, посвященных труженикам села, косари, чабаны, казапас, бычук, цикл монументальных скульптур «Казбот Качкаров», памятник народному певцу Карачая, Мудалифу Батчайку, памятник известному правозащитнику. Это далеко не полный перечень монументальных работ Магомеда Хабичева. Магомед Хабичев – член Союза художников СССР и России, дипломант международного конкурса «Тюркский мир», отмечен дипломом Министерства культуры Карачаево-Черкесии Российской Федерации, участник выставок всероссийского и международного уровня. Скульптор предпочитает работать с камнем, с деревом, занимается ковкой и литьем, использует конструкции из металла. Работы художника занимают почетное место в картинных галереях и музеях России и за рубежом, а также в частных коллекциях. Выставка продлится до конца февраля. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия. На этом я прощаюсь с вами, а через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести Северный Кавказ». Затем вашему вниманию будут представлены программы «Русская редакция». А в 14:30 вместе с Дарьей Тендит смотрите «Вести». Удачного продолжения дня и до встречи!